Многие ходят на разные кастинги, на разные проекты, их никуда не берут, они отчаиваются и думают, все, это не их дело. Это неправильно. Если ты настроен быть актером, ты хочешь добиваться в этом успеха, нужно всегда ходить, о себе напоминать, делать новые фотографии, всегда себя развивать, не останавливаться, я так считаю.